Сегодня у нас выставка студенческих работ профиля иллюстрации в дизайне Института бизнеса и дизайна. Мы можем увидеть абсолютно разные работы в разных техниках и разных формах. Это мой семестровой проект по дисциплине мастерства иллюстрации. Здесь представлена плоскостная иллюстрация, также изометрия. Он посвящен сталинским высоткам, именно поэтому он сделан в такой необычной форме, в форме конструктора. Эти блоки можно менять местами, поворачивать, а также с ними взаимодействовать. Тут есть интерактивные элементы в виде магнитов, а также интерактивного бокса. Таким образом, хотели показать то, что иллюстрация может быть не только плоскостной, но также уходить в пространство, с ней можно взаимодействовать, и она очень многогранна. В данной аудитории представлен мой проект «Книга по морю». Это книга про болгарский город, в который я ездила летом. Я делала там фотографии, зарисовки и записи. А потом, когда приехала сюда, рисовала картинки, писала тексты, делала верстку. Еще у меня там лежит скетчбук, в котором можно посмотреть процесс работы, самые первые зарисовки, которые я делала прямо в Болгарии. И в итоге получилась вот такая книжка. Сзади меня на тачскринах представлены работы по концепт-арту. На этом предмете мы изучали, как форма геометрическая влияет, в общем, на характер персонажа, а также от начала до конца пытались понять, как вообще создается персонаж. Наши работы вы можете здесь увидеть, конечный итог. Здесь вы можете увидеть мой авторский комикс. Это 3-9 земель. Я начала его в прошлом году. Люди заинтересовались этой работой, заинтересовались персонажами. И я решила работать с ним дальше. Летом будет готовый комикс, который я представлю на защите диплома. Здесь представлены работы студентов 4 курса по мастерству иллюстрации. Задание было с помощью изометрии, то есть изображение с отсутствием линейной перспективы, передать любимую тему. Выполняя это задание, студенты учились соединять текст и сложное изображение. Здесь мы видим работы по печатной графике. Вообще, это одна из техник, где мы можем развиваться, и очень здорово, что мы в ВУЗе ее изучаем. Мы делали календарь. Вот моя работа, и я календарь делала в двух техниках – коллаграфия и трафарет. Сейчас в этом зале представлены работы моего выпуска 2022 года, где мы делали буктрейлеры к нашим дипломным проектам. В основном буктрейлер делается перед показом диплома в формате видео, в котором рассказывается концепция и показываются некоторые части самой книги. В этом зале представлены работы студентов, которые мы выполняли в рамках дисциплины «Мастерство иллюстрации». Тут книги, комиксы и плакаты. Задачей было сделать книгу и комикс или графический роман по остросюжетному произведению. Важно, что это должна была быть динамическая история, подвижная такая, пластически. Мы пытались почувствовать и попасть в интонацию текста, нащупать правильный ход иллюстрирования. Сейчас трудно представить человека, который только занимается такой книжной иллюстрацией. Выпускники Института бизнеса и дизайна могут работать абсолютно в разных сферах. Диджитальная иллюстрация, традиционная книжная иллюстрация, рекламная иллюстрация, иллюстрация, связанная с гейм-дизайном, концепт-арт. Везде наши студенты востребованы.